Друзья, всем привет! Мы находимся в Португалии, в Монте-Моровиле, и здесь проходит первенство мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня уже состоялись первые финальные заезды, и у нас есть комментарии спортсменов, которые заняли призовые и победные первые места. Поэтому давайте послушаем, что они сказали. Ощущения, в принципе, хорошие. Довольны гонкой, как прошли. Сделали даже, наверное, чуть больше невозможного, чем должно было быть. Потому что никто не видит этой глубинки айсберга, какая была у нас тяжелая подготовка, через какие проблемы мы прошли. Хотелось, конечно, выиграть, да. Лидировали всю дистанцию, упустили на финише. Выложились по максимуму. Безумно доволен. Гонка была очень тяжелая, но я был сконцентрирован только на своем прохождении. То есть я не видел даже соперников по сторонам. Последний вот подъезжал к 250 метров, я отдал все, что смог, ну и вот результат. Я очень счастлив. Еще я хотел выразить большую благодарность вашей российской сборной за то, что вы предоставили мне лодку. Мы приехали сюда без лодок. Так что большое вам спасибо, не без вашей помощи, так сказать. На самом деле было тяжело, все было не так, как мы хотели. Выехали только на финише, а тактика была уехать средним ходом и просто дотерпеть. Очень рады, что получилось выиграть. Гонка была тяжелой, но мы тренировались, мы победили. Долго шли к этой цели, долго и упорно, сквозь травмы. Все, к чему ты долго стремишься, когда-нибудь исполняется. Меня зовут Михай Кихая из Молдавии. Я выиграл дистанцию 1000 метров в одиночку. Впечатления отличные, была нормальная гонка до последнего грибка. Результатом доволен, будем работать дальше. Напряженно, конечно, первенство мира, первый раз на таких гонках. Шлось хорошо, хочу сказать. Тренер, я слышал тренера, он мне кричал, помогал этим. Выехал чуть вперед, уже еду первым, меня там даже говорят, я слышу мое имя, фамилию. Последний грибок я сделал и сел в лодку. Видимо, надо было сделать еще один грибок, потому что чуть рановато все-таки подсел. Провел всего 1/10 или даже 1000. Очень мало, но ничего, будем работать. Начинать надо с чего-то. Вам большой привет вот от такого Фернандо Пимента. Фернандо, еее! Очень классная атмосфера, хорошее настроение. Гонки очень эмоциональные, поэтому мы наслаждаемся отсюда и передаем вам всем большущий привет. До встречи, друзья!